Атмосфера грузинского радушия – одна из важнейших составляющих сети ресторанов «Хинкальня». А потому так много внимания здесь уделяют подбору персонала. Каждый сотрудник – это часть дружной команды профессионалов. И, возможно, именно вы – тот человек, которого ждет коллектив ресторана «Хинкальня». Здесь будут рады людям, которые любят готовить, умеют отдавать себя любимому делу и достигать успехов. Грузинские блюда при сложных названиях очень просты в исполнении, однако требуют трудолюбия и кропотливости. Все готовится вручную, из свежих продуктов. В работе ценится качество. Обучиться навыкам повара совсем не сложно, опыт работы не требуется. Наш дружный коллектив ресторана «Хинкальня» приглашаются ребята, которые хотят учиться, зарабатывать, вкусно готовить. Всему обучим, все покажем, расскажем. Работаем мы на современной кухне, укомплектованной. У нас очень молодой, дружный коллектив, способный помогать друг другу. Очень вас ждем. Также ресторан «Хинкальня» рад пригласить в свою команду официантов на полный рабочий день. Бесплатное обучение профессии с нуля. За короткие сроки здесь научат особенностям общения с клиентами, навыкам ресторанного сервиса и основам винного этикета. Уже через несколько дней стажировки можно полноценно работать и зарабатывать. Кстати, чаевые в «Хинкальне» очень достойные, а зарплата выше средней по городу в этой сфере. Наш дружный коллектив, мы приглашаем парней и девушек на должность официанта. Если ты целеустремленный, амбициозный, тогда тебе к нам. Всему тебя научим, обучим и всегда поддержим. Сеть ресторанов «Хинкальня» – стабильная развивающаяся компания. Здесь ценят профессионалов своего дела, а потому каждый сотрудник получает официальное трудоустройство. Полный соцпакет, возможность дополнительного обучения и командировок, а также бесплатное питание. А любовь к делу и желание развиваться позволит получить быстрый карьерный рост. Добро пожаловать в семью ресторанов «Хинкальня», где каждый сотрудник – часть большой дружной команды.